Об усадьбе Орловых-Давыдовых Инна Назарова узнала около 3 лет назад, во время отдыха в Шигонах. Рассказывает, была очарована ее архитектурой. То есть с юридической точки зрения меня заинтересовало восстановление этого объекта и с искусствоведческой точки зрения. Поэтому я много изучала, потом много копались в архивах. Вот, и поэтому, ну, то есть, зная историю Орловых, я изучила историю Орловых-Давыдовых, много читала, так что вот как-то так пришла уже к этой идее восстановления. Усадьба Орловых-Давыдовых является памятником культурно-исторического наследия регионального значения. Проект предполагает создание туристическо-культурного комплекса и размещение частного пансиона. Конечно, была большая мечта воссоздать эту усадьбу, может быть, не в полном виде, но хотя бы в частичном, и музеифицировать ее. Но стоимость этого проекта достаточно высока, и государство, конечно, не потянет это дело только за счет собственных ресурсов, поэтому изначально была идея привлечения неких инвесторов, которые готовы были бы вложиться. Восстановить усадьбу планируют в 3 этапа. Первый запланирован на 2025-2029. Годы. За это время построят глэмпинг, коттеджи для размещения туристов и восстановят дом садовника. Нам была описана идея по использованию этого известнейшего в нашем регионе и далеко за его пределами объекта. Отрадно, что сегодня, по сути, была представлена концепция, которая затрагивает 2 разных, но близких функции. Это образовательная и туристическая. Я уверен, что они будут дополнять друг друга. Создание культурно-исторического комплекса поможет сохранить не только усадьбу, но и предоставить работу жителям села Усолье. После завершения проекта появится более 350 новых рабочих мест. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.